Видео записать решила. Значит, идет снег. Снега выпало столько, что, наверное, я тонну снега только что за час перекидала. Собака залезла в мангал, вытащила кости, которые мы не дожгли с осени. Вот. Еще там висят офигенные сосульки на крыше. Их, собственно, тоже надо. Видимо, завтра будет сбить. Да. А вчера был плюс, наверное, какой-то не очень большой. Кругом под снегом лед. Дверь примерзла. В общем, в Сибири какая-то не зимняя зима в этом году. Посмотрим, какое будет лето. Ну, наверное, всем удачных выходных. Ура, пятница. Всем пока.